Всем здорово, ребят. Ну что, после стримца решил еще записать видосик. Офигеть. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сразу же 7 наборов. 55, так, 1200, нифига себе. Питомцев нормальный наборчик. 15 осколков, 150 пыльцы. Ну, это вот самое эпичное, 10 монеток. За монеты здесь реально кайфовый магазин. Ну ладно, это такое. 6 наборов. Это 6 наборов, забрали мы эту тему. В общем, сейчас у нас должен обновиться... Точнее, должен начаться новый сезон. 31 секунда. У нас был оккультист. Давайте сейчас пересмотрим тихое. Оккультист. Четвертая карта. Остальное все такое себе. Ну, в общем, раньше были у нас более такие интересные герои и скины. Сейчас посмотрим, что у нас будет в этом сезоне. Осталось 9 секунд. Обновятся серверы и посмотрим, что они нового нам добавили в новый пас. Итак, есть. Поехали, смотрим. Ну, Дама Холода. Скин на Даму Холода. Не знаю. Ради такого покупать, я думаю, не стоит. Ну, у кого, конечно, этого героя нет, за минималку, считайте, можно забрать, сколько там у нас, 5, 10 баксов, да, по-моему, стоит. Ну, опять же, это чисто у тех, кто начинающий аккаунт еще. Ну, вальс. В принципе, как вариант, но такое себе еще вальс. Четвертые карты. Да. В общем, что я могу вам сказать? Вы сами все понимаете. 320 скина, и больше скина, кстати, не дают. Это печально, с одной стороны, что больше ничего интересного нет. Все, это все. Ну, в общем, вот так вот. Самое интересное здесь, ну, не знаю, за 10 баксов, мне кажется, этот пак намного круче будет. 150 пыльцы, можно хоть что-то доставить с нового этого. Но больше ничего интересного нет. Короче, как обычно, херня. Могли бы уже добавить какого-то, не знаю, донатного героя, не так по 10 баксов, там, лисицу или что-то еще, кому не хватает, либо божество, либо даже карты донатные просто сюда добавить. Было бы намного круче, и думаю, люди бы брали бы и проходили, но... Просто печаль. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.